Всем привет! Вы на канале Pixelinger. В этом видео я нарисую персонажа Мункас в шляпе. И этот рисунок можно нарисовать и на Хэллоуин, и просто так. Для рисунка берем черный фломастер для контура, голубой, коричневый, фиолетовый и сиреневый. Сначала берем черный фломастер для контура, начну рисовать от нижнего левого угла. Вот эта клетка у меня будет нижний левый угол. Отсчитываю 5 клеток вверх. 1, 2, 3, 4, 5. Останавливаюсь и закрашиваю 7 клеток вверх. Теперь идем по диагонали вверх-вправо, закрашиваем 2 раза по одной клетке. Иду по диагонали вверх-вправо, закрашиваю 3 клетки вверх. Теперь поворачиваем вправо, закрашиваем 10 клеточек вправо. Теперь от этой клетки идем по диагонали вниз-вправо, закрашиваем 2 клетки по горизонтали вправо. Идем по диагонали вниз, вправо, закрашиваем 2 клеточки по вертикали. Соединяем вот эти 2 клетки. От вот этой клетки идем по диагонали вниз, вправо, закрашиваем 4 клетки вправо по горизонтали. Здесь 2 клетки вверх. 3 клетки вправо по горизонтали. От этой клетки идем на одну клетку влево и вниз, одну клеточку закрашиваем. Теперь идем по диагонали вниз, вправо, закрашиваем 3 клетки вправо по горизонтали. И от этой клетки идем по диагонали вверх, вправо и рисуем полоску вверх, вот сюда. И даже не считаем клетки. Теперь от вот этой клетки пропускаем 4 клетки вниз. 1, 2, 3, 4. На 5 останавливаемся и закрашиваем 5 клеток влево по горизонтали. Одну клетку по диагонали вверх-влево. И еще идем по диагонали вверх и закрашиваем 3 клетки вверх. И вот здесь одну клеточку вправо. Теперь дорисуем здесь шляпу. От этой клетки идем вверх, закрашиваем 2 клетки по горизонтали. Теперь идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 2 клетки влево, 2 клетки вверх, 2 клетки вправо. От этой клетки идем вниз и закрашиваем 4 клетки по горизонтали. Одну клетку вверх здесь. Идем по диагонали вправо, закрашиваем 2 клеточки вправо по горизонтали. Теперь от вот этой клетки идем вверх и закрашиваем 4 клетки влево. Рисуем сложную шляпу. Здесь одну клеточку вверх. Идем по диагонали вверх-влево, закрашиваем 3 клеточки влево. От вот этой клетки идем на одну клетку вправо и вверх. Закрашиваем 3 клеточки по горизонтали вправо. Идем по диагонали вниз вправо. Закрашиваем 3 клеточки по горизонтали вправо. От вот этой клетки идем вверх. Закрашиваем 4 клеточки по горизонтали вправо. Теперь идем по диагонали вниз. Закрашиваем 4 клеточки вниз. Идем по диагонали вправо-вниз, закрашиваем 2 клетки вправо. От вот этой клетки идем вниз, поворачиваем вправо, закрашиваем 5 клеток вправо. Теперь от вот этой клетки идем на одну клетку влево и вниз, закрашиваем одну клеточку. И еще идем по диагонали вниз-влево, вот здесь 2 клетки закрасим. Черный фломастер больше не нужен. Теперь начинаем раскрашивать рисунок. Беру сначала голубой фломастер, обвожу вот здесь контур такой. Вот эти 8 клеток останутся белые. Остальные клетки закрашиваю голубым. Беру коричневый фломастер, вот эту шляпу закрашу коричневым цветом. Теперь беру розово-сиреневый фломастер. Вот эти 3 клеточки у меня будут сиреневые. Теперь вот здесь отмечаю 3 клетки по вертикали, веду контур. Влево клетка, вниз клетка. 5 клеток влево, клетка вверх, клетка влево, 2 клетки вверх, клеточка влево и идем вверх. И закрашиваем вот эту часть розово-сиреневым или сиреневым, у кого какой есть цвет.
И теперь беру фиолетовый фломастер и закрашиваю оставшиеся белые клеточки внутри контура фиолетовым. И вот такой очень простой рисунок по клеточкам у меня получился. Персонаж игры Among Us в шляпе. Можно рисовать на Хэллоуин такой рисунок, можно просто так. Не забывайте ставить лайк под видео, подписываться на мой канал, кто еще не подписался. Всем пока, до новых встреч на моем канале Pixelenger.